В этот день были рассмотрены обращения жителей Брянска, Стародуба, Дядькова, Унеческого и Выгонеческого районов. Они сами рассказали губернатору о проблемах с медицинским обслуживанием, получением пособий, газификацией. Но больше всего обращений было по жилищным проблемам. Например, жители старого дома, расположенного на улице Бондаренко в Брянске, рассказали губернатору, что есть разные оценки состояния их дома. По одним документам дом ветхий, по другим еще может быть пригоден для жилья. Николай Денин тут же отдал поручение своему заместителю и мэру Брянска. Езжайте прямо сейчас, езжайте, пока мы будем прием здесь вести, потом приедете сюда и расскажете, что вы увидели. Ремонтировал ли там кто или не ремонтировал. Не кому-то поручать, а лично вы. Сами можете на троллейбусе ехать, жильцов в машину сейчас и туда. Также оперативно рассматривались и многие другие обращения. Были намечены пути решения проблем, определены конкретные сроки. Александр Новиков, Илья Бирюков. События. Брянск.